Как дела, зрители? Это Гагатун, и сегодня мы будем играть такую игру под названием Slender. И если кто не знает, кто такой Slenderman, то, наверное, все играли в Minecraft и знают, кто такой Enderman. Но так, Slenderman — это тот, от кого произошел Enderman, ну, в каком-то плане, от этой легенды. И... сегодня мы будем играть в игру про это. И я, да, как обычно. Ну, я довольно давно уже слышал про эту игру. Но вот как-то не выходило у меня ночью в нее поиграть. И я подумал, что вот сегодня довольно неплохой день для этого. Я думаю, я надеюсь, что для этого неплохой день. И нам нужно собрать 8 страниц. Честно сказать, я не знаю, куда мне тут идти, потому что я как бы... смотрел немного видео по игре, но очень мало и не успел понять, как бы в чем смысл и прочее. Но, насколько я понял, нужно просто собирать страницы, ходить какие-то. Можно они. Возможно, будет страшно собирать страницы, или сами страницы будут страшными. Я не знаю. Но так или иначе, давайте побегаем по лесу, посмотрим. Это какое-то. Огромное дерево без листвы. Оно должно, наверное, скрывать себе где-то страницу, нет? О, да, я был прав. Что ж тут написано? Не смотри, иначе оно заберет тебя. Ну, это очень здорово, но я не могу не смотреть на то. То есть, оно, наверное, где-то рядом. И я как-то не должен смотреть на него. Ну, не знаю. В общем, отличный совет, конечно. Через зеркало, интересно, можно на него смотреть? Или нет? Мне просто не нужно смотреть в лес. Или нужно смотреть под ноги постоянно. Уж не знаю. Ладно, так. Что тут? Машина? Тоже где-то что-то будет? Эй! Ребята, мне нужны какие-то зацепки. Я веду тут расследование. Но насколько, кстати, знаю, управлений не так уж много. Ай, блин, я должен был ее собрать. Сейчас произошло. Уже я пойду к дубу обратно. И заберу ту страничку. Так, где тут был дуб? Я его потерял из виду. Где тут был дуб? Кажется, где-то... Так, здорово. Правда, я потерял его из виду. Кажется, он был... Да, вот он. Здорово, как кто-то стал топать теперь ногами. Это, видимо, я выдохся. Мне не нравится, что... моего персонажа дыхалка, как у солдата. Блин, вон он стоял. О, боже мой. Как это я должен на него не смотреть, если я его видел? Он ведь знает, что я, наверное, его видел. Так, ладно, машину мне сюда не надо идти. Так. Давайте побежим в лес. Хотя... Блин, хватит выдыхаться! Говорит, у тебя дыхалка, как у солдатов в Call of Duty. Даже они, по-моему, дольше бегали. Правда, у них было слабое звено. В том, что они могли умереть от одного броска ножа. Надеюсь, у тебя такого нету. Ты выдержишь, если до тебя доберется этот человек с тонкими ручками. Ладно, о, я нашел еще. Я еще нашел какое-то интересное место. И попробую добраться до него. Это что, Бургер Кинг какой-то, нет? Просто туалет посреди леса. Довольно логично. Мы в каком-то детском садике, походу, бегаем. После школы заблудились. Да, здорово. Что это такое? Начали подумать, что какое-то термицо размазанное, но решил не давать волю своим мыслям и промолчал, но теперь я зачем-то это все равно сказал. Потому что, да. Где-то должна быть страница, я так понимаю. Стульчик. А повеситься нельзя. Странно. Давайте-ка вернемся, посмотрим, что еще в других местах. Я надеюсь, это не будет внезапного. Бум! И он такой появляется где-нибудь. То есть я надеюсь, эта игра не будет пугать таким образом, потому что этот стульчик кто-то уже положил. Здорово. Но все еще повешенных людей я не вижу. О! Помогите мне. Обязательно помогу, как только пойму, где ты. Так. Ай, меня начинают кусать комары! Это меня немного тоже... настораживает. Мне не нравится все это.
Боже, я в наушниках, если сейчас что-то на меня выпрыгнет, я обосрусь сейчас. А тут есть еще что-то. Помехи, помехи. Так, а вот тут есть какой-то бункер. Вот все еще там где-то там находится. Я могу выключить фонарик? А, я могу выключать его. Здорово! Потому что не знаю, зачем мне это делать. Большущая труба. Труба? В конце тебя же ничего нет. Я вообще ничего не вижу здесь, интересно. Зачем эта труба находится здесь? Если в ней ничего нет. Серьезно. Какая-то бессмысленная труба это была. Ладно, ладно, тогда побежим дальше в полюс. Нет, в этой трубе должно что-то быть. Просто как-то, видимо, я это упустил. Белую записку в белой трубе. А, ну тут ладно, что-то это выглядит как дорога. Будем держаться ее тогда. Будем. Будем идти по этой опасной дороге. Это у нас уже кончилось дыхание. Вот что, какие-то руины. Но это точно детский садик. Эй, а тут есть дети? А, я вижу записку. Надеюсь, это не монстр, это та записка. Оставь меня в покое, как будто нарисовано наверх. И чё я должен был делать?